ефірі новини Вітебської області у студії Ольга Шмаргун. Вітаю вас сьогодні у випуску. У Новий год з новим прокурором. У Вітебську представили недавно призначеного прокурора в області Вадима Сущинського. Акція «Наші діти» протягує традиційний доброчинний марафон. Гостей зустрікали у Вітебському дитячому домі. Мандариноманія охопила Вітебськ. Перші призи отримали удільники святочного проєкту «Радіо Вітебськ». Про гэта і іншае больш падрабязна. У Віцебску прадставілі новага пракурора в области Вадзіма Сушчынскага. Ён нарадзіўся ў горадзе Калінкавічы Гомельскай вобласці. У 1991-м скончыў Казанскае вышэйшае ваеннае камандна-інжынернае вучылішча. У 96-м беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці правазнаўства. У органах прокуратуры служыць з 2003 года. Працаваў памочнікам Калінкавіцкага міжраённага прокурора, намеснікам прокурора Светлагорскага района, прокурора Мазырскага района, першым намеснікам прокурора Гомельскай вобласці. За добрасумленную службу Вадзім Сушчынскі ўзнагароджаны медалём за бездакорную службу трэцяй ступені. З прызначэннем новага прокурора Віцебскай вобласці павіншавалі калегі, а таксама першы намеснік старшыні аблваканкама Геннадзь Грэбнюк і генеральны прокурор Беларусі Аляксандр Канюк. Сегодня все увидели нового прокурора, молодой человек, как вы видели по году рождения 69-го. Ну, сейчас тенденция такая, хотя мое твердое убеждение, что молодость она должна быть увязана и с опытом. Что касается деятельности прокуроров Витебской области, я, в общем, скажу, что тенденция общая. Пока мы добиваемся снижения преступности, это основное. Час сустрэчы з віцебскімі прокурорамі Аляксандр Канюк павіншаваў служыцеляў закона з надыходзячым Новым годам і ўручыў узнагароды лепшым супрацоўнікам. Віцебск у 2017 годзе будзе развіваць сістэму аховы здароўя, адукацыю і сацыяльную абарону. А вось выдаткі на добраўпарадкаванне абласны цэнтр зменшыць. На 35-й сесіі Віцебскага гарадскога савета дэпутатаў зацверджаны бюджэт на 2017 год. Яго даходная частка прагназуецца ў суме больш за 260 мільёнаў рублёў. Бюджэт сфарміраваны на аснове прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця горада і захавае сацыяльную накіраванасць. На добраўпарадкаванне Віцебска ў 2017 будзе накіравана 27,4 мільёна бюджэтных сродкаў. На капітальны рамонт жылога фонду прадугледжана 7,5 мільёнаў рублёў. Расходы на здравоохранение предусмотрены в сумме 41 млн рублей, это 15,6% в объеме бюджета. На образование предлагается направить 123,9 млн рублей, 47,1%. На жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города предусмотрено 51 млн рублей, это чуть более 19% в объеме расходов бюджета. Субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению будет осуществляться на основании плановых расчетных цен. На эти цели предусмотрено 8,1 миллиона рублей. Удзельная вага расходаў на сацыяльную сферу ў 2017 годзе складзе 71,3%. Напаўняльнасць бюджэту будзе напрамую залежыць ад эфектыўнасці работы эканомікі. Да іншых тэм. Святочны настрой, падарункі і навагоднія цуды. Акцыя «Нашы дзеці» працягвае традыцыйны дабрачынны марафон. На гэты раз гасцей сустракалі ў Віцебскім дзіцячым доме. Сюды напярэдадні свята завіталі старшыня гарвыканкама Віктор Нікалайкін і кіраўнікі прадпрыемстваў. Наша здымачная група ўбачыла шчырае захапленне ў вачах дзяцей у прадчуванні навагодняй казкі. Рознакаляровые гирлянды, подарунки под елкой и дети в карнавальных костюмах. У атмосферу свята гости дитячего дома окунаются с порога. Повиншовать мясцовых выхованцев приехал старшиня Витебского гарвыканкама Виктор Николайкин, депутаты и керуники предприемства. Многие тут не упершиню, однако ознаемляльную экскурсию проводят для всех без выключения. Кухня и столовка, группы и спальни. Дети сустракают гостей радостно и без застяроги. Маленький Матвейка одразу ж хапая мэра за руку и вяде показывать свои цацки. Для малых, что застались без батьковской теплыни, увага не бывая залишней. Это, конечно, месяц волшебства, месяц счастья, месяц улыбок. Гостей очень много в детском доме, очень много подарков. Самое главное – внимание. Внимание людей и
понимание того у ребят, что они не одни, что они кому-то нужны. Вот это очень важно. Головным подарунком для выхованцев дитячего дома сёлета стали наборы мягкой мебли. Шефы привезли так само архтехнику, спортивный инвентарь, цацки и традиционные солодкие подарунки. Уручили их урочисто каля новогодней елки. Дети у отказ подрыхтовали казачное представление с песнями, танцами и карагодами. На перед дни Нового года этим хлопчикам и девчатам особливо хочется верить у цуды. Что для меня такое новогоднее? Я думаю, подарки, друзья, семья. Я написала Деду Морозу письмо и попросила подарок. Снеговика. И чтобы все дети были дома с семьей своей. У Витебском дитячем доме сегодня 85 детей во возрасте от 3 годов. Есть и выхованцы с особливостями психофизичного развития, и те, кто часово забранные с семьей. Усе они у гэтые передновогодние дни загадывают жаданье и марать трапить у каску. Старшиня Витебского гарвыканкама Виктор Николайкин на передодні Нового года так само загадал жаданье, однако огучить его не сгодился. Зато я пожадал усім миру, сгоды и спокою. В обычной семье, то, ну, есть родители, есть бабушки, папы, мамы, то, наверное, вот этим детям этого не хватает. И вот поэтому сегодня здесь, чтобы подарить им эту радость в преддверии праздников, ну и чтобы сказать спасибо тем людям, которые ежедневно заботятся о них. Новогоднее свято отрымалось по-семейному теплым и радостным. До речи, ладили его у день заснования Витебского дитячего дома. Все лето ему исполнилось 70 годов. И у весь этот час тут имкнуться ахинуть любовью и теплынёй детей, которые растут без батьковского клопоту. Ольга Шмаргун, Александр Приставка, новини, Витебск. Милый, чаровный, пригожий, свое бачення боской істоти адлюстрували юные вихованцы виявленчої студії «Сузор'я» Витебского городского центра «Додатковая эдукация детей и молоді». У выставе «И тихо размовляю я за нёлом своим». Яе музычная театрализованная презентация разгорнулася у областной библиотеки. У казачный свет разом с детьми и дорослыми отправилась и наш корреспондент Инна Кириенкова. Ангел меня охраняет и... Мой ангел очень любит и оберегает меня, он со мной сейчас. Менавіта таму юные творцы малюют анёла как самую добрую пяшчотную істоту на свете. Правда, в своих работах яны яе крыху очеловечили. У кожного анёла своя история, свой лёс, свои любимые занятки. Здавалося, такие подобные и одночасово такие розные. Один лунает над городом, другий вяде детей у храм, а у когось ён размовляет с котом. В одной, который дарит сны деткам. А во второй, наверное, когда разговаривает с котом. Потому что, наверное, ангелы понимают язык котов, и коты понимают язык ангелов. Удельники выставы подчас ее открытия примерили на себе в образ анёла. Такие ж непосредные и шчырые хлопчики и девчонки окунулись в чаровный свет, где уладарась усмешка и добрый настрой. Гуляли у снежки, читали верши, радовались и охотно делились своей радостью с дорослыми. Рад, что вообще... В нашем прекрасном городе можно прийти, посмотреть на детские работы. Есть где им самим ощутить вот эту атмосферу, что за них радуются родители, что пришли люди оценить их работы. У их агульным доме было зручно и комфортно. А чуть наближение новогодних святов допомогла еще одна экспозиция – «Калядные узоры». Побач связанными вырабами с белорусским орнаментом народных майстров Светланы Ляхковой и Тамары Волох добро ужились елочные упрыгожения и цацки с коллекции музея истории Зароновского краю. Тут же можно было отправиться и у фото подорожжа по святых мястинах Смоленщины. И якое ж свято без подарунков. Их отрымали все удельники выставы, а лепшие работы выбирали по выниках глядацкого голосования. Учитывая наш опыт, выступления в различных конкурсах, начиная от городских и заканчивая международными, в общем-то, очень редко какое-то наше участие остается без дипломов. Вот недавно нам тут международные пришли, Словакия, из Румынии дипломы. И опять же, ну, имея возможность сравнить, мы всегда регулярно в Минск, вот на международный конкурс на своей земле всегда ездим на награждение, сравнить вообще, как люди за границей работают. Ну, в общем-то, наши работы на очень высоком уровне, это отмечают многие художники. Чаровная каска обовязково продолжится у каждом доме, каждой семьи, а оберегать спокой будет добрый анёл, який оживая на картинах их авторов, таких же щирых и непосредных. Инна Кириенкова, Кирилл Кайсберг, новини Витебск.
Працягваем выпуск. У Віцебску пачаў работу першы штучны каток. У гэтыя снежаньскія дні, калі адкрытыя лядовыя пляцоўкі не вытрымліваюць зімовага плюсу, на катку у адным з гандлёвых цэнтраў выхад на лёд распісаны па хвілінах. Нягледзячы на тое, што пляцоўка штучная, яна не прайграе звыкламу лёду. Віктар Праліч упэўніўся, у новага катка, як і ў прыроды, дрэннага надвор'я няма. Степан Кантемир первый раз на лед стал 8 год тому. Зараз захопляется хоккеем. Спробовал немало ледовых пляцовок. Открытию такого катка был приемно сдивлены. Сравниваю три площадки. Хоккейная в Ледовом дворце, хоккейная тут и на улице. Мне больше нравится в Ледовом и в этой площадке, потому что тут тепло. Ну, тут труднее кататься, потому что тут пластмассовый, ну тут покрытие идет. Площа нового катка у Витебску немного не мало, 132 квадратные метры. Одночасово он может вместить каля полтора десятка аматоров. А покататься сюда приходят не только профессионалы своей справы. Возраст у нас детей не ограничен. Если в Центре Олимпийского резерва дети катаются исключительно только с 5 лет, то у нас возраст не ограничен. У нас и взрослые люди, и подростки, и маленькие дети. Ідэя адкрыць у паўночнай сталіцы цёплы каток, прызнаецца першапраходзіц у гэтай справе Дмітрый Балаханаў, прыйшла спантанна, а вось вопыт папярэдніку прыйшлося вывучаць дасканала. Обратились к ребятам, которые занимаются профессионально этим видом деятельности в России, в Москве, они делали в Сочи, в Грозном. Они нам все рассказали. Показали производство. Подобных катков в Беларуси не шмат, як у природы, так и у этой пляцовки няма дрэннага надворья. Кататься тут можно усе 12 месяцев. Виктор Пралич и Кирилл Кайсберг, новини Витебск. Паміж Віцебскам і Полацкам запустілі навагодні састаў. З дапамогай Дзеда Мароза звычайны пасажырскі прыгарадны цягнік ператварыўся ў чароўны. На святочным экспрэсе праехала Юлія Устінова. Сняжанкі на вокнах, спевы, усмешкі, аплодысменты. Гэта вагон адразу выдзяляецца з усяго чыгуначнага саставу. Так весела бавяць час пасажыры цягніка Полацк-Віцебск. Навагодні рэйс стартаваў у Полацку. Канечная станцыя Віцебск праз 2 гадзіны. Падарожнікам увесь гэты час сумаваць не прыходзіцца. Пад стук калёс у вясёлай кампаніі Дзеда Мароза, Снягуркі і іх памочнікаў, малыя і дарослыя пасажыры успамінаюць навагоднія песні і вершы, спрабуюць разгадаць загадкі, выцягваюць з мяшка прадказанні і атрымліваюць падарункі і пачастункі. Сюрпризы от Деда Мороза не покидают равнодушными ни детей, ни дорослых. Мы первый раз побывали вместе с мамой на таком новогоднем поезде. Мы попали как раз вовремя. Заработали много конфет. Здорово, молодцы, так все здорово, все нравится. Предновогоднее настроение отличное. Навагодні састаў прыдумалі маладыя актывісты з Полацкага раёна. Упершыню абкаталі напярэдадні 2014-го. Святочны настрой пасажырам дораць полацкія студэнты. Падчас руху яны наведалі кожны вагон, каб павіншаваць з Новым годам усіх падарожнікаў. Я желаю в Новом году счастья, здоровья, любви, удачи. Здоровья нигде ни за какие гроши не купиш. Поэтому его нужно сохранять. С Новым годом! На память про незвычайную поездку многие с задовольнением робили фото. И все отрымали крышку тепла и радости у гэтые передновогодние и калядные дни. Юлия Устинова, Александр Петровецкий. Новины. Витебск. Бытавая техніка, смартфон, планшет, канапа і шматлікія сертыфікаты. Першыя пераможцы мандарына маніі ад радыё Віцебск атрымалі свае навагоднія падарункі. За некалькі дзён у святочным праекце на хвалі 91.2 FM прынялі ўдзел сотні віцяблян. Мандарына манія набірае абароты. Шчасліўчыкаў чакаюць нежартоўныя прызы. На радыё Віцебск ізноў мандарынаманія, традыцыйна напярэдадні новага года, сёлета ў 6-й раз. Слухачы на працягу ўсяго дня чакаюць у эфіры любімай радыёстанцыі своеасаблівыя пазыўныя праекта. Пачуўшы іх, спяшаюцца дазваніцца ў студыю і правільна адказаць на пытанне. Шчасліўчыкаў чакаюць прызы, а тых, хто дазваніўся першым, але правільнага адказу не знайшоў, суцяшальны вітамінны бонус – пара кілаграмаў мандарынаў. З кожным днём да навагодняй акцыі радыё Віцебск далучаецца ўсё больш гараджан. І звонят каждую
минуты. То есть каждую минуту идет телефонный звонок. Конечно, кому-то везет, кому-то не везет вообще дозвониться, но они пробуют. И те, кто выигрывает, особенно в первый раз, они в шоке, они не верят, что это реальный шанс. Вопросы сами и ответы не знают даже наши работники. То есть никто не знает, что в данном конверте находится. Сам игрок выбирает цифру какую-то от одного до скольки-то, да, открываем мы конверт, читаем вопрос и потом отвечаем на эти вопросы. Мандарына манія на радыё Віцебск стартавала ўсяго некалькі дзён таму, а першыя два дзясяткі пераможцаў ўжо атрымалі свае падарункі: бытавую тэхніку, смартфон, планшет, шматлікія сертыфікаты і, вядома ж, мандарыны. Руслан Латышаў, адзін з пастаянных слухачоў, хвалі 91.2 FM. У мандарына манія перамагае чацвёрты год. На гэты раз аматар радыё Віцебск стаў уладальнікам гіраскутэра, яго і падорыць сыну на Новы год. Когда начинаешь играть и получаешь подарки, получаешь такой адреналин. И как бы уже все родственники присоединились к этой игре. И ребенок мне помогает в этом деле. Благодаря ему я и выиграл, грубо говоря, этот гироскутер. Я мечтала об этом подарке только во сне. И благодаря радио Витебск моя мечта сбылась. Выиграть новенькую канапу в проекте «Мандарына манія» – это не фантастика, а новогодняя реальность. Татьяне Мохнач у проекте «Радио Витебск» так посчастила с другой спробы. Теперь, дякуючи любимой радиостанции, Новый год почнется с новой мебелей. Дозвонилась я два раза. Первая попытка была на гироскутер, но я не смогла как бы ответить на вопрос. Вот диван, это была вторая попытка. Ну вот и получилось. Я не ожидала, была очень удивлена, но очень приятно. Мандарына манія на радио Витебск стартовала 25 снежня и протягнется до 7 студеня. Слухайте 91.2 FM и удельничайте у новогоднем проекте. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, Кирилл Кайсберг, новини, Витебск. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Усяго доброго. До встречи. У ближайшие сутки у Витебской области будет облачное с прояснениями надворье. У многих районах невеликие опадки. Снег, мокрый снег, днем с дождем. Слабый туман и гололед. На особных участках дорог гололедится. Ветер заходний 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура по ветру ночью -2-6. Днем от 3 градусов морозу до 2 тепла. У Витебску облачно с прояснениями, невеликие опадки. Снег, мокрый снег, днем с дождем. Слабый туман и гололед. На особных участках дорог гололедится. Температура по ветру в ночи 3-5 градусов морозу. Днем -1, +1.